Ребят, я вас приглашаю на свой ретрит, который состоится с 28 ноября по 2 декабря. Не буду лукавить. Возможно, это будет последний ретрит, который я буду давать. Почему последний? Потому что у меня другие видения, другие чувствования того, что сейчас происходит. И я буду смотреть, насколько мое новое состояние, мои новые видения и явления готовы воспринимать люди из этого мира. Да, как бы оно ни звучалось. Вот. Что будет в этом ретрите? В этом ретрите будет не просто глубокая распаковка вас. В этом ретрите я покажу вам другой мир с новой стороны. Что такое другой мир? Что такое тот мир, в котором находитесь вы? Где есть та бессмыслица, которая происходит вокруг? Как выйти из замкнутого круга? Как прийти к самому себе? Что значит прийти к самому себе? Какие бонусы и какое счастье, либо нет, вы получите во всем этом? Это новое состояние, это новые возможности, это новое впечатление, это новое восприятие вас самих. Если готовы к глубоким проработкам, приезжайте, я вас жду.